Скажу, с чего мы начинали. В 2018 году, когда я был избран, республика стояла на грани финансового краха. Был большой бюджетный кризис, огромный государственный долг. Как следствие, у нас были по месяцам задержки заработных плат бюджетникам, были долги у бюджета всех уровней за коммунальные услуги. За 5 лет мы провели действительно огромную работу, чтобы оздоровить и республиканский бюджет, и бюджеты наших муниципалитетов. Мы за эти годы увеличили свои собственные доходы практически в 2,5 раза. И в 4 раза больше сегодня привлекаем федеральных средств. Мы построили 26 объектов здравоохранения. Большинство из них это ФАПы и амбулатории на селе. Построили 7 школ, 4 у нас сейчас в процессе строительства, 17 детских садов, 22 спортивных объектов.